Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на барнаульском заводе алюминиевого литья. Мужчины меняли кровлю на крыше одного из цехов во время дождя и сорвались вниз с 15-метровой высоты. От полученных травм двое из них скончались на месте. Еще один рабочий умер в больнице. Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение. Трагедия произошла 30 июня. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, а также выяснить, кто отвечал за безопасность на производстве.